Подпустите. Мен конституция 32-й бап бойынша үкіметке жолдау үшін келдім. Я требую власть отменить этот дополнительный закон, который наша конституция позволяет нам выходить на где нарушается организация, которая ДВД, Акимат, администрация президента. Вот хочу всем сообщать, пожалуйста, наша власть правосудия в Казахстане нету. Требую отменить решение суда. Требую решение суда отменить. У нас неправосудная власть, не трогайте. У нас неправосудная власть. Отпустите меня. Я по закону имею право. Я по закону имею право. У меня конституция 32-й. 32-й баб бойынша мен могу. Кем утвержден? Кем утвержден? Конституция утвержден. Не такой депутатом. Не такой депутатом. Выше не стоит этот депутатское решение, законы. Выше не будет. Это первое. Куда? Никуда я не поеду. Я вот одиночный пикет. Я сам один. Долой Акимату. Посредников от Акимата долой. Просим сохранить конституцию как высшая юридическая сила. Просим вот это от государства. Сколько дачников представляете интересы? Вот, от скольких людей? У нас со мной сейчас с нами ходит около 10-20 где-то максимум выйдет. А есть которые желающие, которые не уведомляли еще, тоже есть. Мурат, фамилия называлась? Правосудие ашок! Посредник курсун! Посредник курсун! Посредник курсун! Заңсыз алуды тоқтатыңыздар! Заңсыз алуды тоқтатыңыздар! Әділдік орнасын! Әділдік орнасын! Әділдік орнасын! Зачем запрещай? Әділдік орнасын! Әділдік керек! Қазақстанда әділдік керек! Сонда ғана жақсы болады! Халық әділдікке сұрайды! Долой представителю Акимата! Долой посредников! Долой! Долой посредников! Долой посредников! Позор! Власти, позор! Mm-hmm.